Скажи, пожалуйста, как тебе итог игры? На самом деле результатом недовольны в очередной раз. Все-таки мы имели больше возможностей, чтобы забить гол. Вратарь хозяев выручил команду. Молодец. Все-таки хотелось бы, конечно, выиграть. Что можешь сказать о команде соперника? Очень хорошая команда по сравнению с теми играми, которые мы видели в предыдущих турах в городе Крымске. Они прибавили все-таки. Видимо, заявили ряд футболистов, и стала играющая команда хорошая. С ними было интересно играть. Спасибо большое.